Накануне свой 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Никитович Королев. Чествовали юбиляра родные, друзья, коллеги. С круглой датой бендерчанина поздравил депутат Верховного Совета от Бендер Сергей Писаренко. Ему без пяти лет век. Но даже в столь солидном возрасте Николай Королев молодцевато подтянут и улыбчиво приветлив. Сказывается военная выправка и привычка во всем видеть хорошее. Вот и сейчас гостей встречает в приподнятом настроении. Прекрасный человек, общительный. Это его такая жизненная позиция, это его задор. Это, наверное, и есть тот акцент долголетия. Вот. И мы с тех пор мы общаемся. На приемах он приезжает часто, приходит и так вне приема. Ну и сегодня, конечно, как не поздравить такого прекрасного человека, юбиляра. За плечами Николая Никитовича тяжелый фронтовой путь и обширная география. Сначала минометный полк в Горьковской области, затем самоходный и, наконец, 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта. Все названия воинских частей, несмотря на пройденные десятилетия, Николай Никитович помнит в точности. Сражался под Витебском, освобождал Белоруссию. Боевое крещение принял в Львовско-Сандомирской операции, которая принесла свободу Украине. 32 фашистские дивизии понесли серьезные потери. 8 были уничтожены полностью. Тогда погибло 65 тысяч советских солдат. Выжили немногие. Среди них был и Николай Королев. Воевал он и в составе экипажа легендарного Т-34. Несколько раз был ранен. Начали 12 июля, сделали небольшой по фронту коридор, и сразу 3 танковые армии бросили туда, в этот прорыв. Вот там мы окружили группировку, 8 немецких дивизий, больше эсэсовских. Под Белым Камнем у нас 21 самоходка и один танк «Валентина», тоже английский. Все остались там, все сгорели. И нас вышло человек 14-16, наверное. Подо мной всего 2 танка сгорело. Ждал фронтовика и нелегкий путь на Германию и взятие сердца страны – Берлина. Победный май 45-го Николай Королев встретил в Праге. Вместе с боевыми товарищами пережил многое. И разведки боем, и тяжелые бои, и боль утрат. Признается, только вера в победу и сила духа помогли выстоять. Было страшно. Страшно как-то. Или об этом не думали? Не думали даже. Сам Николай Никитович из тех, кто всегда подставит свое плечо в трудную минуту. Если нужно, поддержит советом и поможет. Так было и на фронте, и в мирной жизни. Нас учили всегда к чему. Мы молодежь были, что вот палка, я ее могу сломать легко. А если их много, то я не смогу сломать. 9 мая вместе со своей семьей и другими ветеранами он придет на братские могилы, чтобы вспомнить о той страшной войне и почтить подвиг героев. Он знает, какой ценой досталась великая победа, и память о ней передает молодому поколению, чтобы помнили. Елена Леонтьева, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.